братишка. О, это я не унесу. Это я не унесу. Эбонитовый палаш и короткий меч. Да. Давайте, наверное, выложим что-то. Хоть я это и ненавижу. Такие вещи делать. Но и оставлять. Молотки выложим. Все равно чинить мы не умеем. Толком. Что еще у нас тяжелые стрелы, кстати. Попробую взять. Еще что-то надо выложить. Так. Ну все, на выход. Сохраняемся. Интересное такое место мы посетили. Я, честно говоря, здесь впервые оказался. Несмотря на то, что много раз уже проходил Моровинд по-всякому. Разными персонажами. В разное время. Но обычно, когда уже прокачаешься, и такие гробницы забиваешь, просто проходишь мимо. Потому что чаще всего там, кроме скелетов и праха, ничего и нет. Но, как мы видим, бывают исключения. Сложный лабиринт здесь. И длинная-длинная лестница. Акробатику прокачаем. Сейчас я, наверное, воспользуюсь заклинаниями пометкой возврат, потому что, кстати, надо было еще там. Ну-ка. Да, давайте сделаем вот так. По-умному. Что-то я протупил. Надо было сразу. Игра при загрузке вылетела в винду. Я перезапустил ее и загружаю сейв. Напоминаю, что мы оказались в довольно интересной гробнице. Могила какого-то древнего воина здесь. Кое-что мы отсюда забрали. Теперь, чтобы все это унести, нам нужно применить хитрый маневр. Существует в игре заклинание пометка и возврат. Я их покупал. Вначале мы произносим заклинание пометки. Да, только у нас нет маны. И в результате этого заклинания на карте появляется крестик. Не знаю, видно на видео или нет. Теперь мы можем сделать телепортацию путем вмешательства.
и потом вернуться на это место с помощью заклинания возврат. Таким образом мы можем выносить из различных подземелий. Так. Большое количество барахла награбленного. Где у меня пояс силы? Блин. Вот еще перо у меня есть. Так, туда лучше пойду. Или нет? Туда. Сейчас мы идем к порту Силдстрайдера. Мы оказались в селении под названием Молокмар. Да. Оно находится на юге. И я пытаюсь добежать до Силдстрайдера. Все-таки неправильно я пошел. К сожалению, наш пояс силы орков дает не постоянный эффект повышения силы. Поэтому иногда приходится применять еще какие-то дополнительные средства. И именно поэтому зачаровывать предметы нужно на фиксированное какое-то значение повышения уровня характеристик. Давайте через Суран в Балмору. Скинем нашему гуару барахлишко и вернемся к прохождению квеста. Скоро у гуара будет перевес. Души не забрал, по-моему, там крохотные. Так, ну и раз уж мы здесь, давайте починимся. Главное не чинить призванное оружие. И отдохнем. Теперь я попытаюсь применить заклинание возврат. Восстановим ману.